Из смородины можно приготовить множество заготовок на зиму. Джем, варенье, пастилу, мармелад. Но самая вкусная и полезная заготовка для меня – это перетертая смородина с сахаром. Такое лакомство прекрасно подходит к выпечке, сырникам, оладушкам, а процесс приготовления не требует усилий, варки и никакой закатки со стерилизацией банок. Такой вариант полезной заготовки прекрасно хранится в холодильнике всю зиму с обычной капроновой крышкой. Попробуйте, это очень вкусно, а главное полезно.